Алло, привет, это Дадо. Что про Дадо все просят рассказать в комментариях? Ну так-то, конечно, Дадо само про себя не расскажет. Ведь сложно рассказывать, когда хомяки по клавиатуре бегают, но Дадо постарается. Дадо — это значит студия загара. Там загар делают хороший, еще стригут голову. Ну вот волосы, когда, значит, на голове вырастают, их, ну, стричь надо, и Дадо стрижет. Еще правильно писать Дадо с маленькой буквы. У Дадо сломалась, значит, кнопка для заглавных букв, и ее хомяк унес. Хомяк. Дадо по-другому не может, на самом деле. Приезжай во Флориду к Дадо. У меня нет аномалий и всего такого, все нормально. Че, сам Дадо где? Да ты не волнуйся-то, приезжай. Если нет Дадо, он отошел там по делам, он человек занятой. Ну ты не волнуйся, не жди там ничего, все для тебя будет готово. У Дадо самые лучшие поставщики и партнеры. Вчера вот Развлечудов письмо прислал. Че, нет, ты не понял. Дадо дает табло Развлечудову, а не наоборот. Вот говорят, Развлечудов, а хлопушки с шоколадным зефиром Дадо лучше шокочудного зефира Развлечудова. Вы можете приехать в магазин Дадо в торговом центре Firefox и поесть и того, и другого, что убедитесь. Где? Да не, никаких нет там аномалий. Вот тут мужики с кружком и стрелками такими были. Знаете, ходили такие важные, что-то пикали приборами, не нашли ничего. Аномалии, говорю, нормально все. Дадо они тоже, да, не нашли. Дадо по писте тогда отходил. Если бы он был, он бы встретил. Ну так не получилось. Главное, товары есть. Товаров много, товары замечательные. Сок Дадо, например. Рекомендую сок Дадо. Вот хочешь тусоваться, тусуйся с соком Дадо. Че, крутой я слоган придумал, да? Еще к Дадо в последнее время стали звонить вот мужики, тетки какие-то серьезные. Там сидят, небось, в костюмах у себя. Загорать не хотят, стрижку не хотят, говорят, агенты какие-то. А я говорю, стирать не хотите, загорать не хотите, не звоните сюда больше, не предлагайте. Ничего не надо, ничего Дадо. У Дадо все есть. Дадо сам все продаст. Так Дадо ж не тупой, Дадо знает, что вот конспирация. Да, конспирация. Спирацию Дадо знает. И такой говорит, вот вы стричься и загорать не хотят, не хотите, таблеток не дам, нет таблеток, не знаю таблеток, а они больше не звонят. Еще какой-то мужик приходил в студию загара, но не загорал. Аномалии искал, тоже каким-то прибором такой пикает, знаете. Всюду тыкал его, не нашел аномалий. А потому что у Дадо нет аномалий, Дадо нормальный мужик, вот у него хомяк, загар. Че хочешь, хомяк или загар, или че? А слушай, история такая. Да-да, открыл место с бургерами и картошкой. Ну такое, знаешь, вот приходишь туда, и там, короче, можно покушать бургеры, картошку и деньги оставить. Туда тоже мужики в костюмах ходили, говорили CPC, PCP 4338. А потом сказали, что нет аномалий. И ушли. А Дадо ведь не аномальный. Нормально все, Дадо, нормально. Верь, Дадо, нормальный мужик, Дадо. Ну вообще, Дадо рад, конечно. Лекарственные препараты по всему миру уже знают. Они болячки лечат, там... Дадо их даже приносит сам. Вот куда скажешь, туда Дадо принесет, только вот когда дождь не принесет, вот когда дождь противно. Любое место назначишь, Дадо сам оставляет, что просили. Иногда пиццу еще оставляет, там пончики. Но пончики я люблю, Дадо в смысле любит пончики, потому они надкушенные иногда остаются. Ну это нормально, кушай пончики. А еще у Дадо есть Amazon Prime, потому доставка в любую точку мира бесплатно. Недавно плутоний один заказывал, но Дадо сказал, нельзя, плутоний, вот бананы есть. Бананы — это вот как плутония, они тоже радиоактивные. Бананы лучше плутония. SCP-3521 – это общее обозначение для 16 желатиновых лекарственных капсул в блистерной упаковке, созданной некой личностью, называющей себя Дадо, в собранных сообщениях, которая, согласно имеющимся данным, является любителем парафармацевтом и имеет связи с неизвестным убийцей. Капсулы SCP-3521 ярко-желтого цвета и примерно 1,2 см в длину. Они легко растворяются в воде и состоят из ряда неизвестных и, по всей видимости, аномальных компонентов. Первоначальный аномальный эффект SCP-3521 проявляется при употреблении SCP-3521 пероральным. Вскоре после употребления капсулы в желудке субъекта материализуется чрезвычайно большое количество нечищенных бананов. Радиоактивные бананы в животике, ну смешно же, съел такое и все, и не болит ничего. Ну сначала поболит, а потом больше никогда ничего не заболит. Дадо умный, да. Ну Дадо это не шутки, тусовки там, Дадо это бизнес, короче, дело большое, да. Дадо любит подумать, вот Дадо умный вообще, вот лежит Дадо в ванне и думает. И слышит, вот радио что-то говорит. А Дадо слушает, значит, что радио говорит и думает. А радио говорит, что старики устраивают голосование раз в 4 года. Старики голосуют. И Дадо подумал, а что старики так редко голосуют? И сделал таблет. А тут мужик еще какой-то пишет, типа говорит, Дадо Виагру привезет. А Дадо говорит, да, Виагру привезет, а для чего это? А мужик говорит, чтобы вот это, совать. Ну, Дадо думает, о, клиент.
SCP-3929. Групповое обозначение для 127 лекарственных капсул темно-янтарного цвета, которые, как считается, на данный момент были произведены известным парафармакологом и активным ЛПИ ДАДА. Капсулы содержатся в обычных оранжевых флаконах с белыми крышками для рецептурных препаратов. На каждом флаконе имеется этикетка с надписью «Таблы от стояка от ДАДА». Эффект проявляется примерно через 20 минут после приема препарата. Субъект испытывает незначительное раздражение, после чего у него начинают проявляться признаки быстрого старения. В течение следующих 4 часов субъект будет испытывать ухудшение подвижности суставов, ухудшение осанки, замедленное и затрудненное передвижение, снижение энергичности, запоры, недержание мочи, замедление мыслительных процессов, замедление рефлексов, снижение остроты зрения, резкое понижение слуха, морщины и провисание кожи, а также обесцвечивание или поседение волос. После приема препарата биологический возраст субъекта оценивается как увеличивающийся примерно на 70 лет. По мере прекращения действия препарата биологический возраст субъекта постепенно возвращается к исходному, если субъект не умирает вследствие приобретенных возрастных изменений. В то же время субъекты сообщают о значительном повышении либидо сверх считающегося нормальным у людей уровня. Так это, хмырь, что купил таблы, недовольный что-то был, говорит, на Виагру, значит, ему не похоже, Виагра ж Виагра. Не верят ДАДА и все, а надо верить ДАДА. Если веришь ДАДА, жизнь будет в кайф, а если вот не веришь, будет вот плохо будет. ДАДА слушает людей. У ДАДА есть даже фокус-группа для испытания препаратов. Так вот, значит, ДАДА умный. ДАДА любит думать. Как-то ДАДА услышал, что жизнь говно. И мир говно. Как-то так. Вот что это значит? Я не знаю. Вот я смотрю, хомяк. Да, это хомяк, это не говно. Но вот говорят, жизнь говно. Это значит, что есть спрос на товары ДАДА. Вот что значит. ДАДА деловой. Надо делать предложение. Смотри, я рекламу по телеку пустил. Вот так выглядит нормально, да? Сори, хомяк мешал, когда печатал. Не очень получилось, но я бы лучше сделал, если бы вот не хомяк. Уйди, хомяк. SCP-3494 – коллективное обозначение аномальных фармацевтических препаратов, рекламируемых как «Суперлакс» от ДАДА. В отличие от прочих аномальных препаратов, производимых ДАДА, SCP-3494 распространяется открыто, обычно через телевизионную рекламу, представляющую собой белый экран с черным текстом и вставляющиеся в другие рекламные объявления в дневное время. Источник данных рекламных объявлений неизвестен. Экземпляры SCP-3494 представляют собой таблетки кремового цвета диаметром около 1.4 см. Таблетки приходят покупателям в застегивающемся пакетике с надписью маркером «Суперлакс от ДАДА», сделанный на внешней стороне. В напечатанной на принтере инструкции, прилагаемой к сумке, указано, что SCP-3494 является слабительным, и написано, что других антикаков вам не захочется и не понадобится. Также рекламировался SCP-3494 в форме цитата крема для непосредственного нанесения на больную жопу. Но ни одного экземпляра такого варианта препарата обнаружено не было. Лица, не испытывающие запоров на момент употребления SCP-3494, не подвергаются его аномальному эффекту. Некоторые испытывают внезапное онемение в нижней части кишечника, впрочем, проходящее со временем. Однако все лица, страдающие запором, испытывают очевидный предполагаемый эффект SCP-3494, представляющий собой, по-видимому, непрерывное извержение фекалий из заднего прохода субъекта. На данный момент все субъекты, употребившие экземпляр 3493, продолжают испытывать воздействие объекта. В настоящее время не найдено известных способов смягчения данного эффекта. Все известные пострадавшие лица были размещены в установке контроля отходов в зоне 40 для возможности контролировать поток отходов. Классный прикол ДАДА придумал, да? А все потому, что ДАДА очень умный. Верь, ДАДА. Еще вот мужик сказал, что таблы для хорошего сна. А ДАДА говорит, а такая уже есть. А он говорит, это эвтаназия. Эвтаназия. Смотрите, вот почему люди любят эти азиатские штуки все, а? Вот я не понимаю. Ну ничего, Азия так Азия. Я, короче, дал таблетку одному из своих хомяков. Он уснул. Вот не знаю, правда, по-азиатски уснул или нет. Но фокус-группа вся тоже спит, вот... Куча народу я собрал на складе, все спят. Значит, работает. SCP-3866 – небольшое количество немаркированных таблеток, которые были обнаружены во время рейда на нелицензированное медицинское учреждение в Палм-Бич, Флорида. Для получения более подробных сведений смотрите приложение 3866-1. Субъект, проглотивший образец SCP-3866, немедленно входит в состояние, напоминающее зимнюю спячку. Мозговая активность субъекта резко падает, а частота сердечных сокращений снижается до приблизительно 1 удара в 34 дня. На данный момент неизвестно,
известно, как долго субъект способен выжить в таком состоянии. По предварительной оценке, не менее 3000 лет. В ходе расследования шумов выяснилось, что они издавались 541 пациентам учреждения. 491 пациент из этого числа был похоронен без гроба. После эксгумации тела пациентов были очищены от почвы, камней и насекомых медицинским персоналом фонда. Затем выжившим пациентам были введены амнезиаки, после чего их вернули в общество соответствующей истории прикрытия. Короче, я да-да, я. Если тебе надо, значит, одежду чистить, там, кожу потемнить, не знаю, волосы постричь, или, не знаю, таблетки нужны какие, вот есть да-да. Ты главное верь, да-да, и все будет хорошо. А еще в комментариях там внизу напиши, вот, что еще про CCP хочешь узнать. Да, верь, да-да. Ну и что, давай, пока, до связи.